Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики. Сегодня представляю отличную связку двух лекарственных средств, очень хорошую связку, если у вас проблемы с почками, а именно песок, кристаллы, которые постоянно дают вам какие-то спазмы, выходя мочеточники, ну а также камни. Эти два лекарственных средства борются с камнями. Естественно, камни бывают разные, поэтому при мочекаменной болезни, если у вас еще не выяснены составы этих камней, применяют еще два или три подобных средства. Что для этого необходимо? Первое. Необходимо в это время, во время этой терапии, пить много чистой, фильтрованной, желательно, талой воды. Если вы уже не хотите делать талую воду, естественно, просто покупаем очищенную воду и в больших количествах, примерно 2 литра в день, пьем. Далее. Литоклин. Это чисто экстракты растительные. Просто раньше все заваривали, отдельные травы, отдельные компоненты. А сейчас уже делают удобные экстракты в таблетках, которые можно применять. В литоклине содержится экстракт хвоща, экстракт спарыша, экстракт брусники, марены красильной и так далее. Это чисто растительный, шикарнейший препарат для постепенного, мягкого растворения камней. У него есть инструкция, я помещу ее под этим видео. Как правило, принимают по одной или две капсулы два раза в день во время еды, запивая небольшим количеством воды. Как правило, курс лечения длится где-то 35-40 дней. Потом обязательно нужно при необходимости сделать перерыв 3 недели, и можно заново повторить данный курс. Естественно, в это время можно применять и другие отличные препараты. Вот супер препарат, называется Блемарен. Применение его очень удобное. Он поставляется вот в таких вот прекрасных тубусах. А здесь находятся шипучие таблетки. Просто бросаем эту таблетку в чистую воду. Она шипит, растворяется. Буквально через минуту она растворится. Расколачиваем и выпиваем. Я помещу ссылочку под этим видео на эту инструкцию. Хорошо почитайте. Эти средства отлично работают и как профилактические средства, очищая почки. Препараты не очень дешевые. Вот этот комплекс 60 капсул стоит примерно $10. Вот этот комплекс на 80 таблеток стоит примерно $20. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, делитесь с друзьями данным видео, пишите комментарии и будьте здоровы!